Пока одни военные на передовой сегодня отбивают атаки боевиков, которые, к слову, не прекращаются, их побратимы всего в нескольких километрах от линии фронта принимают поздравления. Такова жизнь. Руслан Смещук побывал сегодня и на позициях под Авдеевкой, и в самом фронтовом городе. Авдеевская промзона – место постоянных боев и обстрелов. Позиции военных и боевиков здесь совсем рядом. Но сегодня можно подобраться поближе. Сегодня здесь затишье. Вот за той красной стеной уже находятся огневые точки боевиков. Ну, тут дистанция метров 150. Сейчас относительно тихо. Ну, то есть раздаются одиночные выстрелы и взрывы. Но, в принципе, это спокойная достаточно ситуация для промзоны. И, возможно, это связано с работой наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, есть места, где враг еще ближе. Можно не то, что гранатами перебрасываться, даже слышать друг друга. За 20 метров позиция их идет. Самая ближняя, да, их позиция. Як часто вони підходять там з чого, з автомата? Ну, чи... буває там, хочуть на провокації, бо гранати прокидають і стріляють. Коли можна, коли не можна стріляти, дотримуюсь. Ну, відповідь куди. Уже через несколько минут промка начинает греметь. На позиции военных прилетает подствольная граната, после чего завязывается короткая перестрелка. День защитника Украины. Защитникам промки устроили сюрприз. К ним приехала одна из самых старых украинских рок-команд – братья Гадюкины. Рокеры устроили эксклюзивный концерт для военных. Конечно, не на самой промке, но всего лишь в нескольких километрах. Благодарность солдаты подарили музыкантам флаг промбергов. Ну а куда нам треба було їхати? В півбар? Ясне діло, щоб нам треба було до воїнів їхати. І ми сьогодні маємо ще один концерт. І завтра будемо мати. І якби могли, то ми б по три концерти в день давали, але не виходить. Ну це ж наші воїни. І... А это уже центр Авдеевки. Тут по случаю Дня защитника Украины устроили торжества. Дети и взрослые поздравляли военных. Наш день! Авдеевки! Наше гасло! Мы борцы за волю, за народ! Военные на радость местной детворе выкатили несколько бронемашин и другую технику. К поздравлениям защитников Украины присоединяются Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер.